чем была причина моих проблем с этим вот 7-дюймовым дроном. Ух, проблема была настолько банальная, и причем застаревшая, которая то появлялась, то пропадала. И проблема эта была вот в этой... вот в этой ерунде. А это акселерометр-гироскоп МПУ 6000. Надежный такой, блин. Всего хвалят. Да, он немножко медленнее, чем 6050. Но зато он не такой чувствительный. И поэтому более надежный. Он у меня осенью прошлой, когда стоял INAF 6.0 у меня, или 6.01, не помню. Он мне давал прикурить. Потом я вроде перепрошил на 7.0. Эта проблема пропала. И я как-то не обращал внимания. А здесь вдруг ни с того ни с сего. Раз упал, второй упал. Причем при развороте, при медленном развороте, он вдруг резко падал. Терял управление. Ну, кто смотрел видео «Загадка двух падений», тот поймет. А когда я начал разбираться, поменял все регуляторы, двадцатки на тридцатки поменял. Вот. Поставил здесь вместо поломанного колокола с нового двигателя поставил свежий колокол. Все, блин, проблема. И попытался его откалибровать. Вдруг две последние позиции вообще не калибруются. Я мучился, мучился, ничего подобного никак. Не калибруется, и все. Потом начал разбираться. Да, это проблема с гироскопом, акселерометром. Вот с этой ерундой, с этим чипом. Его теперь... Да, он есть в продаже, можно его купить. И в Украине можно купить, и на Алиэкспрессе купить. Ну, в принципе, будет одинаково, потому что там 180 гривен, если так в гривнах считать, его цена, и 185 доставка. То те же самые, что за 373 гривны купить в Украине на проме. Так что будем сейчас этот отложим пока. Будем ждать, когда у нас появится гироскоп. А полетник Motec F405 мы возьмем вот с этого красавца. С этого отличного квадра, 9.5 дюймов пропеллера в пластиковом корпусе, неубиваемый практически, с подвесом двухосевым, летает, снимает, хорошо снимает, уверенно летает, возвращается когда надо, падает, если не разбивается. Но это если очень с большой высоты падает, то тогда ноги ломает. И он, правда, весь тоже побитый скотчем везде. Ну так ему, извините, ему 6 лет, если не больше. Вот, он еще игрушкой был, этот корпус. И сколько он служит. И все нормально. Вот, так что здесь ничего критического не было. Так что сейчас мы вытащим, вернее, разберем его. Снимем полетник и поставим на этот. Посмотрим, что получится. Посмотрел я внимательно на оба полетных контроллера. То есть я посмотрел внимательно не на контроллерный, не на полетнике, а на наши аксели. И я обнаружил, что у моего с этой стороны два крайних пина закорочены. И из-за этого тут все проблемы. Я их разомкнул. И у меня полетник стал работать нормально. Он откалибровался. И теперь я начинаю сборку 7-дюймового на старом полетном контроллере. А этот, ну, пока отложу, потому что я его собираюсь в новый корпус. У меня давно уже лежит новый корпус. И я его, наверное, соберу в новый корпус. Но только здесь... Надо, я зазря обрезал раньше времени, я обрезал силовые. Но ничего, есть у меня еще, вот у меня есть еще силовые.
вырежу подлиннее, сделаю нормально. Нет худа без добра, как говорится. Ладненько, все, делаем дальше.